У нас там армянский мужчина перед вами. Я посмотрю. Все делаю сама. Сегодня юбилейный концерт моего самого любимого музыканта, моего друга и душевного человека, талантливого, безмерного. Просто не могу подобрать даже слова, насколько это масштабная личность. У него сегодня юбилейный концерт в Государственной филармонии города Краснодар. И мы с ним станцуем, то есть я станцую, он сыграет наш любимый номер «Мистер Лоу». Внимание! Последний два такта играет. Я мечтаю, чтобы у меня был свой визажист и свой мейкапер. Все, чтобы меня просто собирали, а я такая выходила, танцевала и все. Но такого не бывает. Друзья, вот вы видите на концерте уже готовую картинку. А за кулисами происходит совершенно другой мир. Мне, понимаете? Просто колбас. Я не ела год колбасу. А вот у нас гремелка. Рвет. Здрасте, нам тут колбаску принесли. Отлично. Все, вчера с Марокко прилетел. Откуда? С Марокко. Ух ты, клево. Вообще, вы знаете, там жара. У меня даже ни одной теплой вещи. Я приехала в Москву, чуть не офигела. Какой не холодно. Конечно, не профессиональный мейкапер, но я делаю все, что смогу. Как бы нам вот прыгать. Не сломала. Через них все по-другому, да? Я поэтому и говорю, давай порепетируем. Ну, немножко это... Чуть-чуть при... Чуть-чуть, да, только чокнутый профессор. Хотела выйти, а потом думаю, не, ну-ка я пойду посмотрю, что на улице. Там очередь стоит просто на целый квартал, на концерт к Самвелу. Это еще не последнее, они идут до входа в Москву, в гостиницу, ты представляешь? А как я пройду в зал? Друзья, скажу так, что каждый концерт для меня волнительный, любой концерт, независимо, классика, эстрада. Вот, но еще более волнительно мне выступать с моей творческой подругой Самирочкой, потому что и тем более мне вдвойне приятно, что ты прилетела из Марокко специально на концерт. Это специально. Love forever. У меня с английским плохо. Вот. Друзья, ну, остальное смотрите на видео. Я думаю, что у нас все получится. Да, это точно. С Богом.
Дорогие мои, надеюсь, у вас получилось окунуться в нашу атмосферу закулисную. Ну а полное видео моего танца будет выложено, опубликовано у меня на канале в следующем видео. Жду ваших лайков, сердечек и обязательно комментируйте, как вам формат такого видео. Возможно, если вам это будет нравиться, я буду чаще снимать закулисную жизнь артистов.